Юта дает гладить? Да. Резкое движение делайте просто. Лену погладьте тоже. Там кто у нас? Алмаз стоит, задница, аккуратно. А, это буцефал. Это победа. Ну, папа, ему такой массаж это? Ну, конечно. А он большим будет? Он как Юта. Победа? Правда? Да, он же Владимирский. Ему же всего лишь полгодика. Он же у нас осенью родился. Ты уже большой. Ну, самый поздний же он у нас. Отдельная смотри, банда. Как это же банда ты... тяжеловозов. Нет, папа, здесь боюсь. Он иди вон тоже Грома погладь. А он может? Кто? Буцефал? Да. Ну, конечно, если ты сзади будешь. А я хочу жемчужину погладить. Не, жемчужину не подходи, а то может это... Он просит массажа. Так я ее гладил. Подойди вон Грома лучше. Массаж ему сделал вот такой. Я вот это буду. Да? Ты не это резких движений никаких не делайте. Я испугалась. Не надо пугаться. Вон там другая банда стоит. Вон у нас я там знаю, Грация, Гармония, Фатима. У нас Евро, Динара. Там стоят. Давай, подходи. Не надо бояться, ты что? Он это чувствует. Ну. Надо вот спокойненько просто. Ты должен показать, что ты хозяин. Что не боишься. А если ты будешь бояться, они же это чувствуют. Любое животное чувствует. Твой мандраж. И поэтому уже пытается показать свое превосходство перед тобой. А ты не должен этого показывать. Если немножко даже дернулся, то оп, ну-ка тихо. Все, она раз и успокаивается. Ну как она пнет? Ты вот видишь на безопасном расстоянии, стоишь как Тамерлан. Ты же должен контролировать ситуацию. В этот раз вот так вот схватил. Да, и все. А если побежит? Когда дома они были, вы же не боялись их? Угу. Сейчас-то они скучают, все равно они хотят домой попасть обратно. Вот Энигма с Макгрегором дома стоят, они сейчас овес кушают. Балдеют. Эти, видишь, в загоне сейчас ночь будут стоять. Зато гуляют. Ну, зато днем гуляют. Ну. Вон, видишь, Гром гулять начал, он буцефал гулять начал. Ну, вообще все сразу преобразились. Груди начали у них развиваться. Они же малыши, им же надо расти. А этот вон, начал уже... Победу, он, посмотри, какая мощная становится. Победа. Таких условиях. Да, потому что на свежем воздухе бегает, развивается, играется. Они с Громом, знаешь, как играют днем? Я за ними наблюдаю, когда. О, буцефал, он, видишь, как жеребец, вообще вожак. Победа. Хороший вожак будет. Кто? Ну, вот эта вот пятерочка наших. Победа. Тьфу-тьфу, дай бог, они будут. Победа. Рыба была много, как победа. Зимой а? Толстая железа была, можно сказать. А сейчас видишь, там уже как-то так. Вон они, Динара, Евро, Влада, Фатима, Грация, Гармония, Королева, Карат там стоят у нас. Не отличаются тяжеловозы. Видишь, как тяжеловозы отличаются сразу от местных. Местные, вон они стоят. Мелочь. А эти уже вон у нас. Першеронка у нас. Юта же першеронка. Папа, победа хотела туда пойти, а жемчужина не пускал, потому что там другие. Ну да. Ну так же. Оттолкнул. Да, она же все равно. Вот победа с Громом вообще. Вот они всегда играют вместе. Да. Они, о, наверное, могут пожениться. Ну так и планируется. Потому что у них родственных уз нету. А он белый же будет, ну, да, смотри. Нет, они вороные будут. Да. Да. Вот мы будем потом, дай бог. Гром, он у нас ни с кем не пересекается. Вот
только ты его сделаешь, и ты... Вот так вот дети и должны расти. Согласие с природой, как говорится. Победа! С животными. Тогда они более восприимчивы, более... Нет никакой агрессии. От телефона что? Сидят когда в телефонах. Чего они от этого получают? А вот с животными общение, это все-таки общение. Вон как им весело. Хотя эти пацаны городские. Вот как-то вот так вот. Как-то вот так. Иди Юту погладь, Юля. Не, боюсь. Да подойди, ты что-то. Здоровая. Здоровая, конечно. У нас мелких и нету. Да, у нас все здоровые. Я про это и говорю. А что у нее? Слезы текут. Слезы. Ну, это мухи сейчас. А? Это она мухи. Просто... Она же глаза не моет. Вот. О, Владимирская у нас Динара идет. Это Динара так выдаст? Да. О, хочется погладили. Ладно. Вон там эти стоят наши. Иван, Гармония, Грация, подиги. Евро, Фатима, Карат с ними стоит. Подиги, дай мне... Валюта. Так, подиги. Динара. Чё громила? Парашки гуляют, да? Ты дай ей понюхать руку. Она руку тебе понюхает сама. Ты потихоньку начнешь гладить ее. Все, нюхай. Пусть она первая к тебе прикоснется. Она уже прикоснулась. Вот. Уже 4 раза прикоснулась. Она должна понюхать тебя, понять, что от тебя нету ничего плохого, нету агрессии. Если ты начинаешь с ней приближаться, сближаться, как говорится, то ты должен это доделывать. Не бросать на полдельный. А как думаешь, все лошади это дружат с друг другом? Конечно, дружат. Только другие не знают, да? Что, Юта? Юта. Ну, давайте до завтра. Стой. Вот. Давайте до встречи.